что у вас по физике выходит? Физика. Ты кому она вообще сдалась? Будто без нее не проживем. Да ты чё, весь технический прогресс держится на законах физики. А вот кому эта литература сдалась, не понимаю. Не понял. Походу перегрелся. Вообще адекватный, да. Не, книжки я, конечно, люблю. Не все, конечно, но все же. А вот ваша физра она меня бесит. Зачем она вообще нужна? Так, ребята, минуточку внимания. Решением педсовета мы отменяем уроки физкультуры. Ура! И вместо них вводим дополнительно уроки математики. Может, не надо? Не надо, Степан Владимирович, не надо. Давай, пожалуйста, не надо. Нет, не надо. Ты что, ты вообще топчик. И вот не будет физры, превратишься вот в эту булочку. Я вот единственное не понимаю, зачем нам этот English? Вот для чего он может пригодиться? Ты что, совсем что ли? Вот представь, поедем мы на соревнования. За границу. И, к примеру, в магазине. Вот что ты будешь говорить продавщице? Жестами объяснять? Здрасте. Hello, can I help you? Чё? What is it, чё? I don't understand you. Короче, что такое дело? Do you speak English? Yes, London is the capital of Great Britain. London? No, it's Chicago, USA. Ладно. Что? О чем спор? Вот думаем, какой предмет убрать. Что думать? Лучше вообще школы не было. Эй, как тебе идейка? Бац, и школы нет. Красота. Ни тебе уроков, ни подъема с позаранком. Вы что, не понимаете? Все науки нам нужны для нашей гармонии, для нашего развития. Тем более, каждый предмет взаимосвязан. Только представьте, если бы ничего этого не было. Да уж, дичь какая-то. Она права. Кто как, а я не хочу деградировать. Английский вообще-то топ, в любой стране пригодится. Побежали, а ты на урок опоздаешь. Какой у нас сейчас урок? Да какая разница, расписание посмотрим.